В течение 2 дней в Алекминском районе у названных земляков гостили делегации из 3 районов республики. Объединяло их название наслегов. Все они нерюктяйцы. Гостей не смутило расстояние. Главное, на земле 2 наслегов Алекминского района они больше узнали друг о друге, истории рода и о своих истоках. Подробности далее. Давно это место, заповедное по преданиям, не видело столько народу. Именно у дерева шамана встретили группу гостей первонерюктяинский наслег. Вернуться к истокам, узнать свои корни – это стало главной причиной уже 2-й встречи, объединившей нерюктяинцев республики. Первая прошла в прошлом году. Благодаря одному очень хорошему человеку, почетному гражданину Мегино-Кангаласского района, Капитонову Михаилу Егоровичу, мы ему тоже передаем слова признательности и благодарности, что вот он сумел, первым встречу начал он. В прошлом году в это же время почти мы встретились в музее имени Ярославского в городе Якутске. Впервые состоялась встреча, и мы удивились тем, что нас 7 наслегов в Якутии. И все мы нерюктяинские, и все мы родом оттуда. Сейчас гостей нерюктяинцев Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Хангаласского встречали алекминские. Делегации собрались представительные и живо интересовались бытом и укладом жизни своих тезок. Татьяна Владимировна родом из Сунтарского улуса. Убеждена, корни переплетены очень тесно, тем больше оснований для единения. Особенно это важно для молодежи. В единстве сила. Видимо, очень большая история у нерюктяйского народа, да? Ага, и, наверное, и образованные среди них есть. Поэтому то, что они хотели впоследствии, чтобы их дети, внуки, правнуки изучали о них, нашли место в истории Якутии. Каждый из одноименных наслегов старается отследить своих практически земляков и всегда рады встречам. Елена Фаст, Максим Копылов, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.